еще надо здесь два барабанщика. Знаешь, такой Рамштайн. Там такой... И уходим, уходим, все, они уходят, там вообще барабанщик. Железо. Добрый день. Сначала мы поехали в Польшу на фестиваль. В Германию тоже сначала на фестиваль. А потом сразу зацепились за менеджеров. И они нам сразу начали делать гастроли. Вот. Потом в 92-м нам сразу предложили записать диск. И привезли на студию филиал «Ореолы». Это было нечто заоблачное вообще. Когда мы это увидели, все там. Первый дубль со страху, по-моему, раза в два быстрее заиграли. На что продюсер сказал, чтобы мы немедленно покинули студию. Пиво в холодильнике, бассейн, гриль. И ходил, отслеживал, пока мы не расслабились. Потом быстро загнал нас обратно в студию, и мы за одну смену записали весь альбом. Я думаю, что в нем есть одно очень замечательное качество, которое я очень ценю в людях. Это то, что он такой, какой он есть, и он не хочет казаться другим. В принципе, я очень люблю джаз и рок, но я не люблю джазовых и роковых, и попсовых любых обработок, в принципе, классической музыки. Я просто это не люблю. Вот. А вот этот Бах, ну, мне нравится, на самом деле. Это сделано очень качественно, очень профессионально. Бах вышел в ноябре, по-моему, прошлого года. Ну, в Москве чуть раньше вышел, а европейское издание в ноябре. Рейч еще спешил к маю на фестиваль баховский в Лейпциге. Так что я месяца 3, часов 16 по 18 работал. Очень много народу было занято. Но мне нравится то, что получилось. Город Пенза. Дед был военным юристом с великолепным образованием. Прекрасно знал не только юриспруденцию, но и музыку, живопись, литературу. Была огромная библиотека. Ну, правда, во время войны вся библиотека ушла. Что меняли фолианты на картофельные очистки. Это как бы... В то время это было нормально. Вот, поэтому мама тоже получила хорошее образование. Вот когда уж так начал подрастать, я все время говорила, это мальчик результативный. Он действительно молчун. Он действительно должен обо всем сам подумать. Он очень самостоятельно во всем, во всех взглядах. А потом он дает уже результат. У него есть свое нутро, у него есть свой взгляд. Он очень точен в воплощении таких интересных, глубоких мыслей. Он здесь вот может сесть со мной на диване. Я потом так перед лицом так помахаю немножко, говорю: «Андрюша, привет, ты где?» Он говорит: «В соль-мажоре».
Отец родился под Харьковом, в село Дергачи. Вот. Ну, потом война. Ну, так случилось, что он в 20 с небольшим оказался уже демобилизован, но без руки. И когда возвращался он домой в поезде, он пел. И кто-то ему дал рекомендацию профессору Голубеву, Харьковская консерватория. Ну, с чего, собственно, и началась его музыкальная, как бы, карьера. Когда папа умер, мне было 4 года. К сожалению, отца он не знает просто. И знаете, мне буквально сжалось сердце, когда мы делали запись на диск тех магнитофонных записей, которые были на радио, сохранились. И он сказал: ты сядь со мной, я не знаю тембра. Это уникальный голос, конечно. Просто природный тембр. И очень хорошее мастерство. Выучен он был. Так, по большому счету. Это нечто такое самостоятельное произведение по мотивам вот оперы Солтана «Дикая охота короля Стаха». То у нас не хватало самого главного звена. Человека, который нашу рок-музыку группы «Нео» увяжет, собственно, с Солтаном. Потому что самим нам это, честно говоря, было не под силу. И потом, когда я вот все это увидел, как все это стало происходить, познакомился с Андреем, увидел вообще, что он сделал, просто крыша поехала, честно говоря. Не слышно, как змея, вползаю я в любую щель. Я всех и вся змея, стерзаю средства или цель. Ты сразу видишь, как в извивах и наплывах бед. Расскажи, про что вообще сама музыка будет? О, это не ко мне, извините. Это... А это самый легкий ответ. Ну, это к автору. Это к автору. Автор Янко Купал. К режиссеру. Режиссеру-постановщику. Мне показалось, что это самое жесткое качество, которое должно быть в спектакле. Такая жесткая музыка должна быть. Не разлюли малина белорусская, а такой драйв такой жесткий. Ну, потому что я так хочу сделать. Сейчас основное направление – это эклектика. Это тот же кубик Рубика, поэтому выигрывает тот, кому это удачнее удается собирать. Тут скорее уже помогает только чувство вкуса. Ну, а что касается рок-музыки, я все надеюсь, что переболеет, но когда уже стали хорошие плоды этого, когда получился очень интересный ансамбль, хотя целый год они жили практически в моей квартире и репетировали. Я уж не говорю о том, что пришлось и кормить, и поддержать. Но что же делать, молодежь? У меня самая лучшая мама. Ну, этим может быть сказано почти все. Когда ездили в Германию, что-то срочно нужны были какие-то деньги. То ли визы, то ли паспорта, то ли билеты, я уже не помню. Значит, мгновенно продается сервиз, золото. Это запросто было так. Абсолютно легко и непринужденно. Потому что детям надо было помочь. Как-то было, ну, очень давно.
по-моему, еще в консерватории учился. Пришел под утро с какого-то дня рождения. Ну, мама правильно оценила общее состояние. И когда я проснулся, она уже ушла. На столе стояла чашка кофе и рюмка коньяка. И записка. Мама Шопена тоже всегда это делала. Я думаю, что он не ошибся, и, наверное, это все-таки его путь. Я думаю, что это он человек угаданной судьбы. Мать побелосить, девчина забудет Божьего раба. Помяните, люди! Там, то есть разгон с литаврами, да? Ну ты все же. То есть она должна быть на грани пошлости. То есть вот шаг вправо, шаг влево, и точно расстрел. Ну, то есть стильность, то есть идиотизм, да, то есть по схеме. То есть вот она должна идти, и при этом, то есть, вот без пошлости, но я не знаю, это должно быть сделано так стильно. Ты же ползет. Ну все. Через речь лед широк, подали двум берегу.